Здравствуйте, Наталья Александровна. Мы обращаемся к вам за помощью. Тимофей не понимает речь, не говорит. Нам просто необходима помощь квалифицированных специалистов. Центр реабилитации Тоши, это вот у нас единственная надежда вот на них, что они нам помогут разобраться в нашей ситуации, что с нами, что, как нам действовать, потому что мы не понимаем друг друга, как нам общаться, как вообще понять, что с ребенком происходит, почему он плачет, что он хочет. Вот. Прошло 2,5 года, а понимания речи нету. Мы стараемся заниматься, переехали специально в другой город, поближе к школе. И в садик ходим, где группа есть такая для деток по слуху. Вот. Тимофей очень смышленый. Но нам просто необходима помощь вот специалистов такой узкой специализации. Семья у нас обычная, простая. Вот таких для нас это такая очень космическая сумма, потому что статус малоимущих. Я оформлена по уходу за ребенком-инвалидом. Папа у нас единственный, кто подрабатывает. Вот. Поэтому у нас нет такой возможности попасть в этот центр. И поэтому мы просим вас, помогите нам, пожалуйста, в прохождении курса реабилитации. С уважением, семья Илларионовых.